В этом видео вы узнаете, как на своем канале добавлять подсказки к каналу. Итак, но почему-то у меня творческой. А, вот все. А, вот так вот. Старет. Вам нужно зайти в старую творческую студию. Не в бета-версию, а в старую. Затем на как в каком-нибудь видео нажимаете. Нажимаете на стрелочку. Потом ставите подсказки. Затем добавить подсказку. Она у нас должна быть такая, где-то вот такая вот плана. Итак, и тут есть канал. Вам нужно нажать создать. Итак, название. Итак, смотрите, вот это самое интересное на Ютубе. Вы должны еще раз зайти. Затем это можно сделать, если только вы на него подписались. Затем в углу вы подписались, они у вас на обычной в углу. Затем вам надо нажать, чтобы появилось. Вот. А затем нажимаете копировать адрес ссылки. Затем переносите сюда, так, вставляете, и вот, сообщение, текст тизера. Итак, мы напишем. Это я так напишу. Здесь много невообразимых самоделок лего техника. Ну, смотрите, внизу написано, что у нас превышено на 17. А тут невообразимых я могу просто написать. Интересных. Интересных штук. А тут я напишу интересных. Все равно интересных штук. А здесь я могу написать тут. Тут. Наси. Интересных. Просто лего. Вот так. Тут много интересных штук лего. А тут текст тизера. Ну. Они вот так. Они сделаны не в России, из лего. Сокращенно из лего. Создать, затем создать подсказку. Вот она у нас создалась.
Если мы нажмем сюда, вот, появился вот этот канал под названием у меня The Bricks Wall. И вот, тут много интересных штук Лего. Итак, чтобы вы знали, что туда надо не просто вставить, не просто название вписывать, а надо копировать адрес. Надо именно копировать адрес ссылки, чтобы вы знали. Итак, надеюсь, это нам помогло. До свидания.